Добрый день, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Да, сегодня на повестке дня у нас снова сказка. Поэтому я и буду обращаться к вам, мальчики и девочки. Именно мальчиками и девочками мы впервые услышали эту грустную-грустную музыку. Слышите? С не менее грустными словами. Мы едем, едем далеко в страну, где тепло и светло. Ну и почему-то, по крайней мере, мне, уж не знаю, как вам, было всегда странно. Но почему же такая грустная эта песенка? Сказка-то про Буратино должна заканчиваться весело. Карабас-Барабас получил по мозгам. Заветный ключик нашел свой замочек. Наши-то победили, а нет, грустно. Эй, потому грустно, что улетали-то они, победившие куклы, на летучем корабле навсегда. Понимаешь, ты такой непонятливый. Навсегда? То есть в той стране, где светло и тепло, они должны были сгинуть? Так что ли? Ну какой же ты большой и непонятливый. В той стране очень хорошо, понимаешь? Ну тогда все понятно. Хорошо, да так хорошо, что аж грустно. Только не надо мне сейчас говорить про так называемую светлую грусть режиссера-сказочника. Не надо. Здесь другое. Здесь эмоции человека, жившего и творившего непосредственно в этом оазисе кажущегося счастья. Больше того, герой моего сегодняшнего рассказа поучаствовал в создании этого счастья. Строить коммунизм – тогда это было общим делом. И одно время мастер русского фантастического эпоса Александр Птушко полагал, что нашел свое призвание. Он всегда стремился возводить и созидать. И вот, пожалуйста, оказался в эпицентре гигантской стройки. Там, где нужны были умелые руки и изобретательные головы. «Нет на свете ничего невозможного», — утверждал Птушко. «Нет слова «не могу», зато есть слово «не хочу». Это открытие Александр Лукич сделал еще в студенческие годы. Чем-то оттолкнула его романтика индустриализации. Специальность, да и сам институт были далеки от кинематографа. Но вот представьте себе, кто бы мог подумать, что студент Института народного хозяйства станет режиссером. Мало того, режиссером-сказочником. Может быть, это результат влияния глобальных задач по превращению молодой страны рабочих и крестьян в рай на земле? Может быть, это план Гейлро так растревожил неокрепший организм? Кто знает? Спрашивается, куда смотрел ректор института? Нет, даже так. На что смотрел ректор института? На знамена. На алые советские знамена, вышитые товарищем Птушко. Александр ведь был мастером на все руки. Мог и вышивать, и крестиком мог, и гладью. Вот его и бросили на стратегически важный участок. Прогулам и опозданиям преподаватели стали относиться с пониманием, ведь знамена Птушко делали блестящую карьеру. Одно воевало вместе с Фрунзе, другое, говорили, хранил у сердца сам товарищ Ворошилов, третье, по слухам, прописалось в Кремле. Были тут, конечно, и свои неудачники, знамена, шелестевшие на крышах сельсоветов. Но кто о них вспомнит, кроме меня? Надо сказать, Александр Лукич перепробовал множество профессий, прежде чем обрести свою единственную. Журналист, декоратор, актер, наконец. Но все это напоминало поиски черной кошки в темной комнате, пока однажды Птушко не получил подсказку. Это случилось в 1927 году. В начале было полено. Ну, то есть не совсем полено, вначале была домашняя хозяйка, у которой снимал комнату Александр Птушко. Молодой человек постоянно что-то пилил, резал, строгал, ну, шумел одним словом. Домашняя хозяйка попросила сделать ей скалку. Подумала, ну, хоть какая-то польза будет от этого человека в доме. Так появилась полена. Но этим дело не закончилось. В процессе производства возникла проблема. Маленький такой сучок, который никак не получалось убрать. Ну чего вы сиплите? О, это пищит само полено. Вот такой сучок, который никак нельзя было обойти. Он был очень похож на нос Пиноккио из итальянской сказки. Так на свет появился первый Буратино. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Да-да, первый. Так гласит легенда.
Пока, правда, деревяшка называлась Пиноккио, ведь сказка Алексея Толстого «Золотой ключик» появится только в 36-м году. Вырежем маленькой, хорошенькой носик. Как вот маленькой? Это же ни на что не похоже. Александр тогда смастерил еще несколько разных кукол. Куклы получились на загляденье. Легенда также гласит, что как раз тогда он и понял, куда теперь направляться. На студию Мосфильм Александра Птушко взяли в качестве конструктора кукол для объемно-мультипликационных фильмов. Первой пробой пера был мультфильм «Случай на стадионе». Далее «Кино в деревню» и серия мультфильмов о Братишкине. Ну и как вершина мультипликационной мысли – «Властелин быта». Первый звуковой объемно-анимационный фильм. Единственным недостатком всего этого хозяйства было то, что фильмы эти не были, собственно говоря, сказками, что очень расстраивало Птушко. Плакатные мультфильмы, своеобразные окна роста отражали, так сказать, советские реалии. А вы думали, что сказка так легко складывается? Нет, терпение. Между тем, на Мосфильм уже принесли сценарий по мотивам романа Джонатана Свифта «Путешествие Лемуэля Гулливера». Сейчас идет обсуждение. Спорных моментов достаточно. Главный – нужно ли забивать головы юных атеистов фантазиями англиканского священника? Хотя он вроде бы и не виноват, что умер раньше, чем придумали социализм. И, в принципе, мыслил в правильном направлении. Фильм разрешили к съемкам. Революция есть и есть. Классово близкие элементы присутствуют? Присутствуют. Тогда снимаем. Народ этого ждет, товарищи. Сюжет сказки адаптировали, и в результате получилось, что однажды пионер Петя Константинов, прочитав про путешествие Гулливера, заснул. Вот так взял сразу и заснул. Причем на берегу моря. Что интересно само по себе, не так. Но я не об этом. Солнышко светило ясное, было лето в стране прекрасное. И шум прибоя, запах морской воды и горячего песка. И вот тут Петя, чемпион всего на свете, увидел сон. Начальство было буквально захвачено замыслами Александра Птушко. И действительно, замыслы эти поражали размахом. В новом «Гулливере» Птушко соединил актера и куклу, применяя оригинальные комбинированные методы съемки. Это был прорыв. Американцы, правда, пытались оспорить у Птушко пальму первенства, предъявляя своего «Кинг-Конга» 1933 года выпуска. Но что могла противопоставить одна неопрятная плюшевая горилла дивизии советских марионеток, которые танцевали, воевали, любили, страдали и пели? Ну и, разумеется, строили светлое будущее под руководством вышеупомянутого пионера Константинова. Зачем вы их бьете? Что они лучше работали. Моя лебедушка, приди ко мне, побудем минуточку наедине. С тобой беспечно, как птица, буду кружиться я. Моя лебедушка, мечта моя. Многим тогда казалось, что новый «Гулливер» пусть и дорогостоящий, и трудоемкий, всего лишь аттракцион, вещь в себе. Повторить его успех невозможно. Птушко опрокинул эти доводы, поставив в 1939 году картину «Золотой ключик». Да, тот самый Пиноккио из бревна, теперь уже Буратино, обрел экранную жизнь. Здравствуй, Буратино! Здравствуй, Костя! Кстати, интересный момент. В «Золотом ключике» в роли Буратино выступала не только кукла, но и человек. Актриса Ольга Шиганова-Образцова. Причем менялись кукла и человек так, что не каждый зритель мог это заметить. Вот сейчас на экране кукла, а сейчас уже человек. Сейчас снова кукла, а вот и опять человек.
А вот такие сцены, где в кадре сразу два человека с существенной разницей в росте, снимались методом перспективного совмещения. К примеру, в этой сцене папа Карло находится близко к камере, а Буратино далеко в конце павильона. Сидит на специальной площадке, похожей на стол папы Карло. Вот сейчас наглядно вы видите на моем с ним примере. Нет, на моем с ним примере. Метод перспективного совмещения. Фактически это основной метод, который использовал Птушко в «Золотом ключике». Вот так вот грубые обманывали и даже продолжают обманывать зрителей до сих пор. Впрочем, зрители сами были рады обманываться. В конце 30-х ситуация внутри и вокруг Советского Союза сложилась такая, что хоть сейчас вслед за полярником на волшебном корабле куда-нибудь в светлое будущее. Хотя это, знаете ли, утопия. За несколько месяцев до войны Птушко становится директором художественно-производственного объединения объемной мультипликации на Мосфильме. В эвакуации в Алмате руководит трюковыми съемками для ряда картин оборонного значения, чего стоит только одно падение самолета из фильма «Парень из нашего города». А сейчас смотрите. Вновь метод перспективного совмещения для съемки подрыва паровоза. Посмотрите еще раз. Взрыв маленький и близко от камеры, а паровоз на заднем плане. После войны Птушко не вернулся в мультипликацию. Этап был пройден. Куклы и конструктивистские сказки остались на совести дерзких и фатальных 30-х. Теперь режиссера интересовал славянский эпос и работа с живыми актерами. Последние, то есть актеры, часто сравнивали Александра Лукича с Петром Первым. Режиссер был также требователен и жесток к окружающим. И никакие отговорки вроде «не выходит каменный цветок у Данилы Мастера» не действовали. Кстати, каменный цветок и самого Данилу советские зрители могли наблюдать в 1946 году. И не просто наблюдать, а наблюдать в цвете. Да, опять Птушко оказался в авангарде. На этот раз с экранизацией знаменитой сказки Бажова. Цветной советский фильм на первой цветной советской пленке показали и на фестивале в Каннах. Подчеркиваю, советская пленка, не трофейный кодек. На фестиваль также приехало еще 6 цветных картин, все сделанные по американскому способу Technicolor. Американцы, уверенные в своем превосходстве, настояли на учреждении специального приза за лучший цветной фильм. Из Штатов была срочно вызвана хозяйка их цветовой монополии Натали Кальмус присутствовать на триумфе. Но триумфатором стал советский режиссер Александр Птушко. Да, были времена. Человек известно, подцветет, подцветет, да и завянет. А его думка в поделке. Может, навек останется. Миссис Кальман долго кричала в кулуарах что-то непонятное, угрожающе тянула руки к Птушко. Об этих руках он потом вспомнит, когда станет снимать «Вия». Да, выдающиеся руки были у той американки. Позже американцы отомстили Птушко. Очень своеобразно. Когда его следующий фильм «Садко» попал в американский прокат, его как следует обкарнали. Печальные обрезки картины получили название «Удивительное путешествие Синдбада». В самом деле, ну зачем утомлять рядового американца информацией о Новгородской республике и о счастье жить на русской земле, а вот подводные чудовища, пышно украшенные слоны, буря на море – это ж совсем другой разговор. Можно и оставить. Кстати, эта сцена снималась при помощи макета. Вы думаете, очень просто снять макет? Поставил кораблик на водичку, включил вентилятор и, пожалуйста. Ну, давайте попробуем. Вот у меня есть кораблик. Вот еще один. А вот и вентилятор. Вот он, крен у корабля чудовищный. Корабль вот-вот перевернется. Есть секрет, чтобы снять это более достоверно. Есть, даже в таких чудовищных условиях, как у меня. И секрет прост, как и все гениально. Всего-то убыстренная съемка.
Убыстренная съемка – это когда пленка в кинокамере двигается быстрее обычного, а в результате движения на экране замедляется. О ней знали очень давно, еще со времен немого кино. Ну, а вот впервые использовал ее для съемок макета именно Птушко. Он открыл, что пламя на спичке выглядит как пламя на бревне, если его немного замедлить, то есть снять ускоренно. Так же и с водой. Посмотрите. И с водой, пеной, ветром, брызгами, извержениями вулканов, пожарами и другими стихийными бедствиями. Вот краеугольный камень макетных съемок. Надо лишь правильно рассчитать формулу замедления. А вот со слонами никакая формула бы не помогла. Консультант, товарищ Корнилов, уверял, что они как люди, все понимают. И так же, как люди, делают, что хотят. Началось с того, что слоны сломали крыши пульмановских вагонов. Затем веселье переместилось на съемочную площадку. Слонам дана команда лечь. Слоны стоят. Время идет. Слоны стоят. Птушко с ненавистью смотрит на товарища Корнилова. А я что? Я ничего, пожимает плечами Корнилов. Они ж вещи-то какие большие. Они ж лечь-то быстро не могут. Конструкция мышц такая. Тут время надо. Будем ждать. Кстати, хорошо пообедать. Александр Лукич близок к обмороку. Да-да, уже скоро закат, сейчас лягут. Оно всегда так к закату получается лучше. Тихое счастье. Спи. Однако долго обижаться на четвероногих актеров нельзя. Тем более, что люди порой устраивали концерты и похлеще. С Борисом Андреевым Птушко вместе работал в 56-м году. Над картиной Илья Муромец. Борис Федорович давно ассоциировался у советских граждан с былинным богатырем. Так что Птушко, можно сказать, его легализовал. И все было бы хорошо, не сболтни Сергей Столяров, что Андреева взяли фильм только как типаж, не более. И снова у Александра Лукича кризис. Снова сердечный приступ. На утро заказана съемка, а Муромца след простыл. Бросились искать. Долго ли, коротко, нашли. На кладбище. Андреев сидел среди могил и плакал, как сестрица Аленушка. Еле уговорили вернуться. Богатыри ведь что, дети малые. Как будто у режиссера других забот не было, как только огромного актера на съемки вытаскивать. Получился под стать главному герою. Большим, масштабным, да таким, что угодил в Книгу рекордов Гиннесса. В картине участвовало 106 тысяч статистов, 11 тысяч лошадей. Помимо всего прочего, он был первым советским широкоэкранным фильмом, да еще и со стереофоническим звуком. Говорят, в фильме даже присутствовал настоящий Змей Горыныч. Да, со змеем, говорили, был подписан настоящий договор. Ну, это говорили зрители из массовки. Но на экране это выглядело именно вот так. Жертв, слава богу, не было. Так, несколько обмороков. Все как-то привыкли, что Птушко легко управляется с этим громоздким арсеналом и не обращали внимания. Принимали как данность. Новатором Александр Лукич себя не считал. Опытным производственником – это да. На дворе уже был конец 60-х. Научная мысль с ревом вырвалась за пределы атмосферы и преодолела околоземное пространство. Ну а в кино, между тем, образовался некий технический застой. Сколько ни бился Александр Лукич, но многие кинорежиссеры не использовали комбинированные съемки, так сказать, не продвигали научную мысль. И уже имевшийся огромный опыт в этом направлении. Все, реализм да реализм. И, кстати, не просто реализм, а социалистический реализм. Косность и негибкость товарищей Александра Лукича просто убивала. Они упорно не желали видеть своих выгод. Да, гиблое дело что-то кому-то советовать в стране советов.
метод дорисовки на стекле тоже почему-то начинают забывать, переживала Птушко. А ведь этим методом в то время можно было убедительно обманывать зрителя. Лучшим способом становится тот, который для данного конкретного случая наиболее прост и выполним. Вот смотрите, тут можно что-то дорисовать и обмануть зрителя. Но ведь это полдела. Обмануть начальство и календарный план. Вот это уже высший пилотаж. А в этой сцене макет был поставлен вертикально, а не горизонтально. Также ориентировали и камеру. Эффект, как вы видите, был произведен такой, какой даже сверхмощным ветродуем достичь было бы проблематично. Согласитесь, впечатляет. Недаром Александра Птушко называли мастером русского саспенса. Но не только этим жил режиссер. Есть на его счету и милая городская фэнтези «Сказка о потерянном времени» и романтичная киноверсия повести Александра Грина «Алые паруса». Здравствуй, Асоль! Я Грей! Здравствуй! Здравствуй, Грей! Критики приняли фильм сдержанно, отметив некоторую тяжеловесность и прямолинейность режиссерского прочтения. Исчезла якобы гриновская невесомость и загадка. Но режиссер не стушевался, он говорил так: «Есть Пушкин, а есть Птушкин, и с этим вам придется считаться». И, кстати, о Пушкине. Когда Александр Лукич взялся за Руслана и Людмилу, все вздрогнули. Добрался все-таки. На 73-м году, но добрался. Конечно, постарел сказочник и, тем не менее, хватки не растерял. Недавно по просьбе Пырьева вытянул из бездонной пропасти гоголевского Вия, запустив на орбиту гроб с черноволосой паночкой в исполнении Натальи Варлей. А сейчас, смотрите, ставит на крыло злобного Карлу Черномора. И Черномор летит. Смотрите, летит! Да уж. В любой момент Птушко мог преподнести сюрприз, огорошить откровение. На съемках Руслана и Людмилы никак не могли заполнить декорацию водой. Она все время просачивалась. Но это же так просто, возмутился Александр Лукич. Сначала брезент, потом сверху конский навоз. Ну а потом все это залить водой. Все поры-то будут забиты. Вот всегда вас надо всему учить. И, глядя на ассистентов, неумело перекрашивающих голубей под попугаев, Птушко начал сомневаться, что дело его будет продолжено. Он чувствовал, что силы уходят, что, скорее всего, это его последняя сказка. Все когда-нибудь кончается. Александр Птушко создал свою страну и надеялся, что найдутся последователи, но стройные шеренги пошли другим путем. Многие художественные открытия, секреты комбинированных съемок не были востребованы после смерти мастера и в конце концов были забыты. И сейчас специалисты по спецэффектам во многом изобретают велосипед заново. А может быть, улетает этот корабль не в реальную страну Советов, как это предполагается по сюжету? А куда же? Может быть, как раз летит он совсем в другой волшебный мир. Там-то точно тепло и светло. Быстрее на корабль, на корабль, на корабль. Где тут мои были алые паруса? Вы не видели, где мои алые паруса здесь были совсем недавно? Ты не брал мои алые паруса? Ну, я-то их не брал точно. Да я не тебе, электрик наверху. Вы не брали мои паруса алые? Что ж, дверь под старым холстом захлопнулась, ключик потерялся. Oh!